Дамы и господа, представляем вашему вниманию первый в России профессиональный онлайн-аукцион искусств «Артлот-24». «Артлот-24» — это наиболее удобный и выгодный способ приобретения и продажи предметов искусства от антиквариата до contemporary art. Вашему вниманию ежедневно будут представлены более 300 уникальных экспонатов с минимальной стартовой ценой. «Артлот-24» — ваш профессиональный и надежный партнер в мире искусства. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Дроздова, и сегодня у меня и у канала «Теледом» премьера. Мы начинаем новый цикл программ с названием «Разговоры за чашечкой чая». Что может быть приятнее, чем поговорить за чашкой горячего ароматного напитка с интересным остроумным собеседником? Именно таких я планирую приглашать на это чаепитие. Сегодня мы встречаемся в гостеприимном выставочном зале аукциона «Артлот-24». И мне безумно приятно, что самым первым на чашечку чая ко мне заглянул Михаил Сергеевич Боярский. Здравствуйте. 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 Я на правах хозяйки хочу сразу же налить вам удивительный напиток. Это необычный чай. Попробуйте, пожалуйста. Благодарю. Компания «Русский элитный чай» готовит его по старинным рецептам. Причем из растения, которое мы привыкли называть иван-чаем. Я думаю, что сегодня мы будем наслаждаться всю программу этим напитком. Спасибо. Пока вы пробуете, я хочу рассказать, что же я сегодня для вас приготовила. Ну, во-первых, с первой программы хочу ввести традицию «Разговор без титулов». Вы не против? Нет. За чашечкой чая в такой уютной, почти домашней обстановке. По-моему, это все ни к чему, правда? Пожалуй. Вот. И чтобы не повторять все эти программы, где расспрашивают героев об их личной жизни, творческих взлетах и падениях, я решила пойти другим путем. Все, что о вас можно найти в интернете, мы оставим за скобками. А на глазах наших телезрителей будут рождаться какие-то размышления и рассуждения, которые, как мне кажется, будут интересными. Потому что все мы говорим на одном языке, но люди часто не понимают друг друга из-за того, что в простые слова вкладывает каждый человек свой смысл. И вот я приготовила игру, которую назвала «Азбука жизни». Вот такие карточки, на которых на обратной стороне каждой несколько слов на одну букву русского алфавита. И сегодня мы узнаем азбуку жизни от Михаила Боярского. Как он будет для себя и для нас объяснять то слово, которое, с одной стороны, случайным образом, вот посмотрите, вот карточек 28, выбирайте любую карточку, а потом из тех, что там обнаружите слов, то, которое вам понравится больше всех. Спасибо. Попробуем. Попробуем. Можно все эти слова, которые вы будете выбирать, комментировать какими-то, может быть, историями из жизни, а может быть, просто размышлениями. Красота, кредо, культура, космос, каламбур. Угу. Ну, скорее всего, культура, наверное, все-таки. Ну, вот как, с чем ассоциируется у вас слово «культура»? Оно все-таки достаточно общее. Это может быть культура поведения, может быть, культура... Вот в этом смысле, которая находится сейчас вокруг нас, искусство, а может быть, физкультура? Нет, я предполагаю культуру как воплощение духовного в материальное. Uh-huh. Это и есть культура, которая отражает все, что создано человеком, да и самого человека. Говорят, культурный человек – это достаточно такое общее слово, а вот когда мы видим его внутренний мир, который переходит в материальную инстанцию, тогда можно судить о человеке. Культура – это все, это манера говорить, одеваться, создавать что-либо, строить, воспитывать, общаться. Это и есть культура. Ну что ж, давайте продолжим. С удовольствием. Месть, мастерство, мама, мороз, мужчина. Угу. Что же вы выберете? Самое редкое, что сейчас есть, это мужчина. Да, вот очень интересно будет выслушать, что же такое настоящий мужчина из уст Д'Артаньяна всех времен и народов. На мой взгляд, мужчина
это вожак, человек, на которого можно положиться, защитник, движитель прогресса, ну и, конечно же, человек, который совершает свои поступки из любви к женщине. Да, и во все времена, конечно, мужчина был защитником и хранителем. Ярость, ясность, ясновидение, язык. Давайте ясновидение. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с проявлениями? К счастью, нет, этого. Поэтому я хочу немножко позлопыхательствовать. Ах, вот так. Поскольку сегодня так много развелось потомственных ясновидцев, ведьм и так далее. Я хотел бы обратиться к христианству и к православию, которое отрицает всяческие колдовские действия. Нужно чаще в церковь ходить, чтобы понять, что ясновидение – это не удел людей. Любое колдовство, волшебство, что-либо паранормальное – это не из области православия. Ну что ж, давайте продолжим. Продолжим. Холод, хамство, хвастовство, харизма, характер. Ну, пусть будет хамство. Ага, да, вот это вы выбрали самый неожиданный для меня вариант. Это свойственно человеку хамить. Ну, а вот если вам попадается такое явление на пути, как вы реагируете? Вы отвечаете, улыбаетесь, проходите мимо? Очень по-разному зависит от настроения, от ситуации. Сам бываю хамоват. Бываю, да. Но я знаю, что особенно резкие и обидные слова, выражения, поступки, поэтому стараюсь следить за собой, но грешен, грешен. Ну, а с годами как-то изменилось вот ваше поведение, ваша реакция на хамство и возможность контролировать свое собственное? Нет, не изменилось. Нет. Я эмоциональная реакция, как правило, на хамство отвечаю хамством мгновенно, а потом думаю, ах, зачем же я это сделал, ведь надо было сдержаться. Ну, я не подставляю щеку другую хаму, нет. Мне очень нравится не самому реагировать на хамство, а когда я вижу, как другие это делают. Я обожаю, когда осаживают хама, это такая прелесть, так здорово. Кто умеет это делать? Хлёстким словом хуже пощечины. Красота. Я вспоминаю слова Шекспира. Тут могут низко поступить, но нас унизить здесь не могут. Мне кажется, что человек, который уверен и гармоничен, уравновешен, он только улыбнется в ответ. Наверное, мне так кажется, что его это не заденет. Мои герои таких среди нас единицы. И расправлялись с хамом тут. Это точно. Наитие, наивность, нравственность, недостатки, ненависть. Навязчивость. Наивность – одно из самых привлекательных черт в человеке. Лучше всего это проявляется в ребенке, а если это качество ставится на долгие годы, то это всегда привлекает людей. Наивный человек всегда очень симпатичен. Да, конечно. И редко бывает хамом. Это точно. Эпатаж, эротика, элегантность. Эмансипация, эмоции. Элегантность, пожалуй. Что для вас элегантность? Пикантность, элегантность – это все из того, чем можно наслаждаться в других людях. Я не способен быть элегантным, ну, поскольку я все-таки мужчина, хотя и мужчины бывают элегантный. Ну, на мой взгляд, вот самый элегантный человек – это Антон Павлович Чехов. Вот, вот мне кажется, что вот его элегантность в письме выражается также и в его человеке поведении. Человеке все должно быть чертах, прекрасно, да. Вот, мне, поэтому вот такие люди очень симпатичны. Я стараюсь у них учиться, но самому быть элегантным мне довольно сложно. А вот элегантный внешний вид для вас теряет свою привлекательность, если внутри там не настолько элегантен человек? Ну, я не верю в то, что человек с татуировкой от макушки до пяток может быть элегантным.
какая у вас элегантная татуировка. Трудно представить себе такое. Поэтому человек изначально не может быть элегантным. Элегантность – это от воспитания идет все. Манера подать руку, присесть, одеваться, способ разговора. Во всем, в еде, в выпивке, чувство меры, такт, предвидение каких-то обстоятельств, которых можно избежать. Это здорово. И одежда – это только финальная точка. Пожалуй, ну, это тут целый комплекс всяких качеств. Можно даже элегантно ударить по мячу, но вряд ли можно забить гол в таком случае. Ну, может быть, и совпадет иногда элегантность. Банальность, бедность, болтливость, боль, бравада. Бедность. Угу. Бедность – замечательная вещь. Беден только нравственный человек, который не может приступить что-то. Богатство радость не приносит. Бедность дает свободу. Нравственно. Бедному человеку трудно не поделиться чем-то. Он более добрый, чем богатый. Угу. Бедный отдаст краюху хлеба, последнюю рубашку, богатый никогда. Бедность – это душевное прекрасное качество. Я не имею в виду бедность души, отнюдь нет. Ну вот, скажем, у Чехова, опять же, Антон Павлович, в рассказе «Размазня» служанка бедная, но такая трогательная. Очень просто быть сильным, заключает Антон Павлович, наверное, богатым. У людей всегда есть презрение к богатству, презрение, потому что никто не верит, что богатым можно стать честным способом. Честь. Чистота, чванство, чувство, человек. Ну, конечно, честь. Вот уж качество, которым сегодня пренебрегают. Ну, толком-то и не знают, что это такое. Отдать честь ни за что. Нет. Береги платье снова, а честь с молоду. Вот, наверное, изначально честь – это то, что не продается, не покупается, что защищается кровью. Ну, вот такие варианты словосочетаний, как девичья честь, честь мундира, офицерская честь. Все это варианты одного и того же понятия. Из одного венка, да. Но мне кажется, это состояние. Человек, имеющий честь, не способен на подлость. Честь и честность – это же… Да, однокоренные слова. Политика, правда, позитивность, прозвище, проблема, предательство. Предательство. Угу. Предательство. Трудно простить, пожалуй, предательство. Это вот то, что не прощается. Можно не отвечать на такого рода явления. Но забыть никогда люди не забывают. Можно стерпеть, попытаться перенести это, но это шрам навсегда. Это вот то, что не заживает, на мой взгляд. Ну, а такой ответ, как месть, для вас приемлем? Для меня нет, но я с уважением отношусь. Можете понять, да? К тем, кто способен на это. Угу. Потому что, когда ты смотришь фильм, читаешь пьесу или роман, то ты очень хочешь, чтобы граф Монте-Кристо отомстил всем своим обидчикам. Чем страшнее предательство, тем приятнее читать о мести. Сам я на это, в общем, не способен, потому что мне кажется, что я могу простить все, но кроме обиду моим близким. Что касается меня, я могу простить. А вот если это касается моих близких, нет, я этого не прощу. И в таком случае ваша месть будет? Мстя будет страшна. Страшна, да. Артлот 24. Ваш профессиональный и надежный партнер в мире искусства. Жалость, жадность, жертвенность, жизнь, женщина.
Вот еще интересен ваш выбор среди вот всех этих понятий. Каждый раз мне любопытно, что же именно вы выберете из тех слов, которые... Женщина, тут уже, конечно, это основной путеводитель мужчины в жизни, это начиная от мамы, кончая внучками и правнучками, это все женщины. Наверное, с возрастом начинаешь их ценить все больше и больше, относиться к ним по-другому, наверное, начинаешь. Потому что все-таки они более скрытные и свои боли на показ не выставляют. А когда тебе плохо, ты обращаешься всегда к женщине. Они сильнее, милосерднее. И, наверное, женщины как прекрасное лекарство для уходящей натуры. Друзья – это здорово, дружба – это великая вещь, но присутствие женщины рядом. Научились ли вы говорить теплые слова своим самым близким, любимым женщинам? Нет, не научился, нет. Я вообще считаю, что слова не очень нужны, нужны поступки. Да, это правильно. Доверие, дружба, дерзость, династия, драйв, добродетель, дар. Дар, пожалуй. Такое многогранное понятие. Что для вас дар? Дар? Напрасный. Дар. Случайный. Жизнь. Вот какой дар интересный жизни. Поэтому вот этот дар, наверное, до сих пор еще не до конца оценен человечеством, потому что невероятное стечение обстоятельств из бездонных времен и предоставлен дар жизни, который, в общем, так и не научились ценить. Мы ценим все, что угодно, кроме того, что является основным – жизнь. Вот все говорят, что Бог – это любовь. Ну, так, по крайней мере. А мне кажется, что Бог – это жизнь. Потому что, ну, какая любовь без жизни может быть? Вот я никогда, мне эта мысль в голову не приходила, просто откровение. Действительно, я с вами полностью соглашаюсь. Это даже не объяснить словами, что это такое. Вот этот дар, это и есть Бог, это и есть чудо. И это самое главное. Да, самый главный дар – это жизнь. Юмор, юбилей, юность, юстиция, юг. Наверное, юность. Где мои? Вот это тоже дар, который входит в главу жизнь, который никто не замечает, потому что он является юным. Чего о ней думать, когда ты юн? Вот когда она проходит, ох, как локти хочется кусать. Ну вот но есть поздно. Ли что-то такое, о чем вы жалеете, что вы не успели в своей юности осуществить? Да, и... пожалуй, обо всем жалею. Мне казалось, что, кажется, что я не до конца использовал юность. Я использовал ее так, как были такие предложены были обстоятельства для этого. Но, наверное, в юности. Ну, если бы молодость знала. Вера, вдохновение, восторг, вежливость, вранье. Вежливость, наверное. Это такая такое нужное лекарство. Человек, владеющий вежливостью, дарит всех хорошим настроением, оптимизмом, верой в человека. Это очень здорово, человек, когда вежлив. Это сразу располагает к нему. И все вокруг тоже не больно заражаются этим вирусом. Не все. Не все, но многие. Вот сразу видно, какой человек входит, вежливый или грубый. Ну, мы о хамстве уже говорили. Но вежливость проявляется сразу же в движениях, во взгляде. Это очень фантастичное качество. И вот то слово на букву «В», которое я не упомянула в этой карточке воспитания, опять все возвращается туда же. Рано или поздно у нас такие слова чудесные все здесь. Любовь, лень, лидерство, ложь, личность. Давайте о любви поговорим. Да, эта тема бесконечна. Есть ли она вообще? Очень сомнительно.
есть такие соображения, что это придумали ваганты, что ее вообще не существует. Отчасти я соглашусь. Она не может быть постоянной. А не, если это не постоянно и не все время, значит, ее нет. Есть привязанности. Вот я хочу наводящий вопрос задать. Как вы считаете, существует ли неразделенная любовь? Да. Вы думаете, да? Именно она и существует. А вот я буду спорить, потому что я считаю, что то, что лично я могла бы назвать любовью, это не может быть неразделенным. Когда вот это пазл сложился, и все узоры, перетекающие с одной картинки на другую, совпали, вот это любовь. А когда этот пазл разорван, это может быть зависимость, это может быть какая-то болезненная привязанность, страсть, симпатия, все что угодно, но только не любовь. Вы обманываете людей, сударыня. Ну, давайте поспорим. А то что-то мирно мы очень беседуем, зачем? Остается прекрасным, пока ты не обладаешь им. Это касается и женщин, и любви. Вот сложилось, и все разрушено. Только стремление к чему-то может быть долгим, вечным, непроходящим. Только несчастная любовь заставляет человека писать стихи, романы, гранатовый браслет. Только нехватка чего-то, чего страстно желаешь, дает человеку силы на что угодно. А любовь, которая случилась, она сразу и рассыпалась, потому что перспектив нет. Ну, у меня, конечно, много есть что сказать по этому поводу, но в таком случае, мнение думаю, моего гостя быть, сегодня закон. Она такое изменчивое, она постоянно должна, как солнце, то скрываться за тучами, то опять возникать. Она есть, но иногда ее не видно. Нужно уметь ждать хорошей погоды. И вот она опять пришла, и она другого солнца ты искать не хочешь. Да, вот этот важный нюанс, когда тебе не нужен никто другой. У каждого вот это, наверное, наверное, один из показателей. Наверное. Фантазия, финансы, флирт, филантропия, фанатизм. Давай флирт. Это очень легкое, приятное слово. Флиртовать заманчиво. Флиртовать значит отдыхать. Флирт ассоциируется у меня с шампанским. Чуть-чуть опьянен, не пьян, но уже не совсем ты, а немножко лучше, чем он. Легкий адреналин, да. Легкая опасность. Конечно, это такая игра симпатичная, в которую не все умеют играть. Да, бывает, заигрываются. Бывает. Ну, вообще-то флиртовать приятно. Это такое светское удовольствие. Юность возвращается. Ну, мне кажется, что в юности флиртовать не умеют. Вряд ли умеют юнцы флиртовать, сказать, да, уже скорее всего. Мужей состоявшихся и женщин. Но внутреннее ощущение, наверное, приближается. Да. Иллюзия, искренность, интуиция, инициатива, история. Иллюзия, наверное, потому что все в жизни иллюзия. Все. Согласна. От начала до конца. И что является истинным, пожалуй, никто не знает. Артлот 24. Ваш профессиональный и надежный партнер в мире искусства. Время, к сожалению, уже близится к концу. У меня еще маленькая игра заготовлена. Здесь уже я для чистоты эксперимента снова перемешаю вот эти карты. Это уже мой выбор. Финальный аккорд я назвала «Дюжина контрастов». Вот это уже точно будет блиц. Вот я беру наугад одну карточку. И на обратной стороне здесь пары слов. И из двух вы обязательно должны будете выбрать одно. Я никак не комментирую, вы никак не комментируете. Даже если вам не понравятся оба слова, все равно нужно одно из них выбрать. Попробуем? Красный или синий? Красный. Орел или голубь? Орел. Чай или кофе? Чай. Жареный картофель или спагетти? Картофель. Париж или Пекин? Париж. Цирк или опера? Цирк. Хлестаков или дядя Ваня? Дядя Ваня. Угу. Бунин или Хемингуэй? Бунин.
Рембрандт или Петров Воткин? Петров Воткин. Футбол или лыжные гонки? Смешной вопрос. Футбол. Наполеон или Столыпин? Наполеон. Моцарт или Вагнер? Моцарт. Моцарт. Ну что ж, все это происходило на глазах наших телезрителей совершенно спонтанно. Неизвестны были темы разговора, неизвестна была тема вот этого финального блица. Но я уверена, что мы справились. И сегодня азбука жизни от Михаила Боярского была интересна не только мне, но и всем нашим телезрителям. Я хочу вручить вам подарок от компании «Русский элитный чай». Обратите внимание, тут много вкусов, и наслаждайтесь им вечером, вспоминайте наш разговор. Я вас благодарю и надеюсь, еще увидимся. Спасибо большое, благодарю вас. А я еще хочу поблагодарить наших партнеров. Мы сегодня встречались в гостеприимной галерее, это выставочный зал, а на самом деле это первый в России аукцион искусств «Артлот-24», он существует онлайн в интернете, а также, конечно же, нашего чайного партнера, компанию «Русский элитный чай». Я благодарю за вкуснейший напиток. Спасибо нашим партнерам, спасибо вам, наши уважаемые телезрители. Мы встретимся ровно через неделю за чашечкой чая. Спасибо. «Артлот-24» – ваш профессиональный и надежный партнер в мире искусства.